И всем здорово, пацаны, у микрофона, как всегда, Rush, ребята, хоу-хоу-хоу, новогоднее настроение, елочку поставил, блин, шапочку новогоднюю надел, снежочек идет, ребятки. Красавчик. Все, классно, все, Новый год скоро. Сегодня со мной в гостях у меня Костелло, X-Menium, дратуйте, Костя. Дратуйте, молодой. Здорово, ребята. И это, ребята, очередная часть, покупая все скины, с которых меня убьют в MM Standoff 2, ребята, вам эта рубрика, ну, просто максимально нравится, поэтому снимаю, хочу, чтобы мои подписчики остались довольны. Почему нет? Ребятки, прямо сейчас мы идем с Костей, запускаемся на ММ и просто разваливаем пачки. И будь то там Скиробита Голд меня убьют, будь то меня Свен Трэжер Хантер, будь то там Санкамонки какой-нибудь убьют, ребятки, без разницы. Придется покупать. Что делать? Что делать? Что делать, Костя? Да ничего не делать, правильно? Ну, покупать. Да, в принципе, логично. Покупать, только тратить свою баблишку, но я надеюсь, с комоночек вот убивать там все нормально. Ну и, ребятки, если меня убивает без скина или же с коллекции, которые, ну, нельзя купить, например, на рынке ее еще нету, я просто покупаю рандомный кейсик. Вот и все. Ну, а итоги прошлого конкурса уже у тебя на экране. Поздравляю победителя. Ну и по традиции, каждый лайк под этим роликом будет равен одной голде. Сколько лайков соберете, столько голды и получит кто-то из вас. Ребятки, набирайте как можно больше лайков, блин, новогодние чудеса, новогодние раздачи, все это должно быть. Для участия тебе нужно всего лишь досмотреть этот ролик от начала до конца без перемоток, это очень важный пункт. Также подписаться на мой канал обязательно с колокольчиком. Подписаться на канал Костелло по ссылочке в описании, потому что с колокольчиком, ребятки, очень важное такое примечание. Кстати, Костелло, что ты там говорил про розыгрыш 6000 голды, хочешь разыграть? Да, именно шестерик. Шестерик. То есть, пацаны, смотрите, это же кто-то вообще может мега много голды получить, то есть за лайки и плюс еще 6000 сверху, но это вообще жестко будет, братик. А? Да, пацаны, количество лайков и плюс 6000 голды сверху. То есть победитель получает 6000 голды уже гарантированно. В общем, в принципе. И оставьте комментарий свой с ID в Standoff 2. Больше от вас ничего не требуется, ребятки. Все, а мы погнали к ролику. Пацаны, вы постоянно спрашиваете, где достать крутые скины. Хочу вам рассказать о сайте BullDrop. Ведь здесь каждые 24 часа ты можешь открывать бесплатный кейс и получить себе аркану абсолютно на халяву. Также здесь ты можешь купить золото абсолютно на любую сумму. Хоть на 10 рублей, хоть на 10 тысяч. Кстати, в зависимости от суммы курс меняется. И точно быть уверенным, что все пройдет честно, так как сайт принадлежит известному ютуберу BigTrader'у. А если вы играете на iOS, то для вас это самое выгодное предложение. Скорее залетай на BullDrop, ссылочка в описании. Ну шо, Костелло, погнали, молодой, будем разваливать почули. Давай, давай. Я надеюсь, что все будет нормально. Сейчас будет все четко. Да, надеюсь, я не солю голды миллиард просто. Вот, знаешь, я лучше подписчикам раздам, чем да, вот просто. Ну, типа, желательно, чтобы на соперниках не было какого-нибудь профессионального ВП с Treasure Hunter, и все. Дын-дын-дын, мы жарим картошку. 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 Какой стыд. Оп, оп, ситуация накаляется. Режем, режем ножиком. Пока скинов, типа, особо сильных тут не вижу. Типа, но у них... Да, я тоже не видел. Дефолт скины, типа, стандартные. Это уже плохо, как бы, Костя, понимаешь? То есть, за каждый такой скин покупать кейс, между прочим. Ну, я надеюсь, что эта катка будет нормальная. Я надеюсь, что у нас команда пойдет. Хотя, ну там у них... Так, ну все, собрались. Да, я собрался. Я киберспортсмен. Нет. Главное пистолетку забрать, Кость. Давай, берем Tech-9 и пошли на А. Есть тут, близко, близко. Да, я слышал, в апартах где-то есть. Дын-дын-дын, мы жарим картошку. Дын-дын-дын, мы жарим картошку. Ставь пачку, молодой человек. Ой, я... Один хп! Костя, мне просто нахерачили. С гранаты, 99 сняли. Так, ладно. Ой, не буду рисковать, я же не дурак. Но это не точно. Дын-дын-дын. Откуда он взялся, что на? Меня с писца убили. Нормально. Писец это неплохо, пацаны. Но пистолетку мы всрали. По-моему, тут какие-то профессионалы, блин. Ладно, идем покупать писец. Сейчас. Че, он значит теперь вообще не убивает? Да, вообще, он даже не ваншотит в голову, по-моему, сейчас. Тут чел просто. Хитбокс! Хитмаркер был, ничего не убило, ноль урона показала. Ну вообще, пацаны, меня убили со стандартного скина. Это уже это кейс покупать, блин. Оп, первый кейсик. Так, смотрите, скорпион мне давал, ривал мне давал. Так, скорпион или ривал? Давайте ривал. Там еще некромантер, если статрек упадет, это вообще отлично будет. Ну давай. Пожалуйста, у меня что-нибудь нормальное, пожалуйста, только не. Ой-ой-ой, стой! Остановись! Блин! Я думал, ЛМ Генезис вы.
выпадет. Слушайте, ну это был бы контент. Ну что такое? Что такое? Ну блин. Ай, на кости. Ладно, может быть, ножей сегодня повыбиваю. Чуйка у меня вообще очень плохая сейчас, братья. Но новогоднее настроение пока от меня не ушло. Ребятки, напишите в комментариях, как у вас настроение. Новый год уже не за горами, ребятки. Сегодня елочку нарядил, включил. Блин, вообще кайфы. Ой, залетает в апарты, залетает. Залетел на Джиджисунов. Я. Это моя песня, которая меня успокаивает в таких ситуациях. Но это не моя, правда, песня, а Велькина. Ну ладно, будем говорить, что моя. Первый раз в жизни МП5 взял. Только в гонке вооружений с ним играл. Не знаю, зачем я его купил и что он из себя представляет. Это вообще не понимаю. Ты знаешь... Там с Руспой нападают, если что. Ну, если что, у Айка дефолтный скин. Угу. А, ну все, там один остался. Все нормально. Ну, при поддержке, краш, убийство в Бронксе. Ладно, ну, хоть выжили, хорошо. Раунд забираем, пацаны, отлично. Надо это, бараньку закупить. О, все, я беру, братик, секретное оружие. Это АКР-12. А что это значит? Что это значит, Костя? Дай мне, пожалуйста, пацаны. Это значит смерть. В апартах есть кто-то, как думаешь? Нет, никого нету. Так, что-то я вообще сегодня не разыгранный в ММ зашел, блин, опять. Я постоянно вот, когда такие ролики иду снимать, короче, я вообще не разыгрываюсь, понимаешь? Так, то есть... а где последний? А где он? Ну дайте что, мне, дайте ждали? Мне. Он в узкое на респу побежал. Ой, даже, вот блин, в голову не попал, молодой. Вот тогда. Ну, слушай, пока две смерти, пока еще, ну, можно расслабиться. Ну, хотя булки нельзя расслаблять пока никогда. Пока нормально. Да, но пока то нормально. Ли еще будет. Да, я согласен. А давай так, короче, знаешь, слушай. Мы сейчас с тобой, вот, розыгрыш 6000 голды, плюс еще розыгрыш голды за лайки. А что, если еще и сверху разыграть для подписчиков все скины, которые я сегодня куплю? Вот просто, ну, вот просто взять и слить подписчикам за 0.03. Слушай, ну, звучит интересно. Это вообще, особенно это просто... если тебе выпадет ножик из кейса. Да, это просто вот новогодние подарочки, короче, от Дед Мороза, Санта-Клауса и всех вот эти Йоло-Пуки Раша. Ой, какой фраг был рандомный, просто повезло шара. Короче, пацаны, я сегодня Санта-Клаус ваш, сегодня мега ролик, поэтому давайте собирайте кучу лайков, ребята. Соберете под этим роликом 25 тысяч лайков. Вот много, я знаю, но мы можем, мы, блин, за сутки по 30 тысяч собирали, ребятки, поэтому давайте 25 косарей лайков под этим роликом, и мы сделаем просто мега бомбический розыгрыш, то есть розыгрыш за лайки, розыгрыш от медиума на 6 косарей голды, ребятки, и еще и розыгрыш всех скинов, которые я сегодня куплю, блин. Ну, я считаю, что это вообще прям халява, самый халявный ролик у меня на канале. Так, а где этот он вот? Он где-то прячется, вот он. О, я нашел, а давай на нож. Сюда! На нож его. Сюда! Ладно, блин, ну я хотел на нож. О, 2-3, слушай, нормально, живем. Мне это уже нравится. Ты идиот? Кто? Не знаю, написали просто, ты идиот. Я у тебя спрашиваю, ты идиот? Нет. А, ты... ну, это... Не тебе. Ну, иногда бывает, конечно, но все мы иногда такие. Ой, вылези еще раз, молодой. Напихал какому-то пацану. Ой, еще под респой. На респе еще. На респе еще. Кейс ходил, остался. Как же так вышло-то? Респа вылез. Зигла убил, блин. Ну с дефолтного еще скина, пацаны, купите скины. Вот была бы у меня возможность, ну, типа, я бы реально каждому подписчику подарил, блин, по дорогим скинам, чтобы они вот так не бегали и лучше меня убивали там. Ну хотя бы с некромансера, чтобы тупо не тратить деньги на этот кейс. Хотя, блин, знаешь, я... Звучит как бизнес-план. Да. Так, ну кажется, я накаркал, пацаны. Второй кейс, ладно, окей. Опять ривал, у меня генезис не долетел, пролетел, вернее, надеюсь, он даст мне. Ну, хотя бы эпик, давай хотя бы статрек. О, статрек, отлично. Отлично, мы его бустили как-то раз, вот и добустились, блин. Ладно, едем дальше, пацаны. Ой, опять задымал носки, не успел открыть один кейс, второй подлетел сразу, ну просто вот шару вешают. У меня еще урон как-то, ну хреново достаточно регает, что там Костелло? Костелло, у него план, который... Костелло пошел за бомбой, все нормально. Да, план, которого он придерживается, ну это просто чиллаут. Ну а мы идем открывать еще один кейс, пацаны. Да что такое, третий кейс? Стану 2, успокойся, пожалуйста, не надо больше кейсов. Ой, Гран-прикс? Нет, ну холл. Ладно, пойдет. Едет дальше, пацаны. Блин, надеюсь, кейсов больше не будет. Ну хотя, бля, кейс крутить лучше, чем просто покупать что-то. Это что, минус раунд? О, не, может и не минус раунд. Че там? 1-3, минус раунд. 1-3. Да ладно, подожди, слушай, ну неплохо. Пацан 1-4 был. Живи, молодой. Ты узнал, так хочется жить. Жить нету, жить. Караоке с Костеллой и Рашем. У-у-у!
Ладно, пацаны, сейчас затащим, сейчас точно затащим. Вот эта хаяшечка была, кстати, нормальная, я бы подметил ее, как лайфхак. Ладно, пацаны, все, я больше не открываюсь. Костя, давай возьмем секретное оружие. Я предлагаю взять петухи. Я взял ОВП. Ладно, и так сойдет. Я уже взял ОВП. Пацаны, петух в деле. И это я не про себя. Если что, так, на всякий случай, я про петуха вот этого вот, блин. Ну сейчас будет, пацаны. Сейчас, короче, смотрите. Залетаем. Ой-ой-ой. Залетел на джиджи стендов я. Я умер. Залетел в апарты сейчас я. Я. На моем балансе 3-0. Фух, Фомас Холл, ну хоть не дефолтный Фомас, не-не-не, Холл, нормально, идем покупать, пацаны. Так, пацаны, Фомас Холл, второй Фомас Холл, понял. Так, ой, 0,90 голды всего, фига себе. Так, а может ты купишься, молодой человек, поиск подходящего предложения. Ждем. Так, а шо у меня не покупается он? Ладно, не покупается, потратим 100 голды. Ой-ой-ой, так, долети, как я Рокс хотел сказать, выбьем нож, и мы не выбили, пацаны. Ну ладно, спокойно, все еще у нас впереди, пацаны. Слушай, блин, что-то я в минус начинаю выходить, Костя, мне это вообще не нравится. 4-5, а ты что там, 5-5, да блин, ну какие-то вообще бесполезные тиммейты, кажется. Давай, короче, будем действовать, как будто мы команда. Вот мы с тобой команда, давай. Мы с тобой Dream Team, и мы делаем все вместе. Давай сделаем божественные подсадки. Поехали. Юзать будем, короче, флешки, все, вот это киберспорт, ну ты сам понимаешь, как бы человек киберспортивный. Давай. До меня, конечно, еще не дотягивается. Тягиваешь по киберспорту, но как бы... Сильное заявление. Ну да, я понимаю пока. Это объективная оценка сейчас. Объективная. Ну нет. Новогоднее настроение, конечно, новогодним настроением, но в шапке очень жарко. Давайте, пожалуйста, скорее. Давай я тебя подсажу на мид. Давай. Я взял авика. Сейчас будет просто бомба Лейла. Давай. Там никого нет. Ура! О, поставлю бомбу. Я, извини, Костя, я ставлю бомбу. Ну вот, денежку заработал. Авик какой-то лежал крутой. К чему? Успею. А, вот этот? Это спорт. Это твой. Ну да, крутой, блин, авик, Костя. Не переживай, все круто. Так, блин, я тут... Я тут, значит, денег зарабатываю, блин. Чтобы нам денег хватало на все. А у нас пистолетка опять. У нас смена сторон. Но мы выигрываем, это уже радует. 6-3, блин, это уже хорошо. Костя. Да, несомненно. Собрались. Пойдем, предлагаю тебе вдвоем выйти мид сломать. Но вообще, пойдем. Мне показывал скилл киберспортивной флешки. Я хотел хоть раз их применить и показать, какой я киберспортсмен. Но это уже поздно. Есть! Ну, ой, ну хоть. Ой, P350, вот там, это опять братик Кейс. Это опять братик Кейс, потому что это из нового батл пасса, и еще их нельзя купить. Так, пацаны, блин, я сегодня уже задолбался, что тратиться на кейсы. Надо добивать рейвал, ребятки. О, там нам выпал, его нельзя еще купить, ребятки. На рынок их еще пока не вывели. Ой, карбон, ну давай, статрек, это окуп. Нет, это не статрек. Это не статрек, это обидно, алло. Ну слушай, пистолетку мы опять проиграли. Да, это у нас какая-то традиция прям, да. Я предлагаю эко делать. Эко, давай, эко, окей. Так, я тогда просто броню возьму. Все, погнали, я даже пистолет не буду закупать. Юспом сейчас как развалю пачки, пацаны. Вот увидим. А их 4. Еще лучше, у нас так-то небольшой отрыв от них. У них есть все шансы нас выиграть. Ага, они сидят, халдят. Ну и пусть. Мало меду у них двое. А ты зачем побежал? А я это, ну эко решил сделать быстренько. Эко не так где. Там я пипс раунд выигрывать собрался. Я понял. Стоп, а что, уже один остался? Уже остался один, подожди, я знаю. Они уже всех сожрали. Я знаю, где он, но сейчас он будет мой, смотри. Ну почти. Знаешь, что для меня эко? Что? Как по правилам КС-ки, еще со времен компьютерных клубов. Эко, это ты купил гранату, побежал, кинул ее в банку и сдох с пистолетом. Быстро. Смотри, идем на А, не пуш фонтан, идем через этот, через апарты забегаем, как учил Скилл. Надеюсь, что сейчас эта киберспортивная флешка мне пригодится. Мне очень сильно пригодится. Так, оп, садимся, даем флешку. Будет. Ты серьезно? Никого нету, то есть, да? А ты слепой сейчас? Подожди. Молодец, Костя. Нет. Говорю, не гони. Она мне за спиной взорвалась. Ну ладно, вау. Подожди, есть минус. Чё за жесткие мувы? Это был жесткий мув, слушай, я смотрел, короче, понял? Смотрел на лонг вообще, и просто чел справа появляется, и был жесткий флик, который дал просто минус. Ну, это я, пацаны. Ну, в смысле, я хотел сказать, что ничего удивительного, типа, нормально. Так и было запланировано. Ученые назвали это естественным отбором. Все, идем еще раз, не вылетай на фонтан, идем в апарты. Смотри, сейчас они... уже в миду. Блин, они сейчас пойдут, смотри, они сейчас... Они на Б идут, друг. Да, опять. Я в свачару чела дал, увидел ногу его. Ой-ой-ой-ой-ой! АКР нано, фух.
Фух, АКР Нано, ну это неплохо. Кстати, красивый скин, блин, стоит довольно дороже, чем его тут продают. Так, пацаны, АКР Нано. Ну, тут все просто. Давайте, АКР Нано, 1.50, купили, отлично, едем дальше, ребятки. Так, тихо. Да, все, пацаны, 10-4, 10-4, слушай, ну, блин, голды-то мало ушло. Предлагаю по фастику еще просто пробежаться в какую-нибудь закладочку бомбы, как смотришь? Давай. Сейчас с тобой в закладку бомбы залетим, как напихают с дорогих кейсов, будет обидно вообще, если честно. Ну, ладно. Давай. Так, ну что, закладка бомба. Погнали, сразу, сходу, запускаю и иду. Пойдем. Погнали, закладочки сейчас найдем. Сейчас какой-нибудь, знаешь, киберспортсмен залетит, короче, в закладку и начнет напихивать мне просто, ну, с дефолт, типа, с нормальных скинов. Это будет обидно. Кстати говоря, в закладке бомбы, скорее всего, сейчас будет намного подороже мне выходить, потому что там чаще челики без скинов. То есть это кейсы, понимаешь, это еще обиднее. На счет 3 затеров. 1, 2, 3. Затеров, давай. О, я все. не успел. Зайди в наблюдателей. Успеешь. Сейчас один зайдет за мента и зайдет. Давай, я хочу все туда. Костя, выйди. О, отлично. Все, отлично, пацаны. Все. Едем в соседнее село на дискотеку. На дискотеку. Все, Костя, ну и тот сейчас будет изи-пизи. Надеюсь, меня сейчас какого-нибудь компетитив пака опять не начнут напихивать. Ладно, пацаны, все, я готов. Так, пистолеточку надо по-любому забрать, поэтому я беру Tech 9 Standoff 2. Иду разваливать. Палачу. Так, куда мы летим? Да хоть куда, пойдем. Это же закладка бомбы, расслабься, Костя. Гоуна А. Понял. А ну, киберспортивные подсадки, оп. Вижу, молодой, куда? А он куда побежал? Так, тихо, стоп. Куда ты бежишь? Он тут где-то. Есть, забрал первого, только не в голову почему-то, странно. Так тяжело мне дают стрельба. А чё там стоишь? Как? Почему так миллиард пуль нужно просто выставить в чела, чтобы убить? Это неправильно, Standoff 2. Так, никого в ВК нету? Нету. Ты что, с ума сошёл? Смотри, там чел с ножа бабочки зарезал. Хорошо, что он за нас, а не против. Да, слушай, ну... А, точно! А я... Блин, а я ж не подумал, так что они еще меня... Ты не прогадал. Да, меня еще они могут за на нож же садить, блин, а это придется нож покупать. Обалдеть. А, ну да, я ж про Керамид Голд говорил в самом начале. Ладно, забыли этот момент. Так, все, едем, пацаны. Первый раунд за нами. Отлично. Тут будет полегче, я надеюсь. Надо забирать раунды. Ой, пачку мы поставили. Но мне нужно контртеррористов найти, мне нужно напихать молодым. Слушай, ну... что у нас тут какие-то тоже звери деньги. Да, да, достали, блин, алё. Молодые люди, уступите фраги, пожалуйста. Будьте любезны, чтобы я убивал тоже. Я вообще никого не жую. А может потому, что я на Б тусуюсь, когда все на А стреляются. Но не факт. Ты знал, что когда ножом бьешь по дереву, здесь звук такой же практически, как в Майнкрафте? Нет, по дереву. Стоп, нужно найти дерево. А где ты тут дерево нашел? Майнкрафтеры поймут. Так вот ящики. Слушай, ну что-то изи. Я даже просто, знаешь, просто бегал, короче, никого не трогал. Вы там уже бомбу взорвали. Смотри, пошли добывать ресурсы. Пойдем. Бери ножик свой, блатной. Пойдем. Ударь вот, слушай. Ну, я не знаю. Ставь лайк, если шаришь за Майнкрафт. Я в Майнкрафт, кстати, я, наверное, единственный человек, который никогда в Майнкрафт не играл. Понимаешь? Который что? Никогда не играл в Майнкрафт. Серьезно? Да. Ну, честно признаться, я тоже. Ты реально тоже не играл в Майнкрафт? Я смотрел, как играл чувак в Майнкрафт, да. Ну, типа, сидел, он просто залипал, мне делать нечего было, я подошел, посмотрел. Угу. Но так вообще ни разу не скачивал. Ни на телефоны там, вот, ни на компьютер. Вот такая же тема. Я опять никого не могу найти, Костя. Грустно, обидно, печально. Где они есть, да. Я думаю, что они на А. Я прям... Со мной, бэйби, мам. Я прям не чаю. Так, смотри, один где-то... А, он у нас. Ой, я промазал. Под нами бегает. Так, стоп, ты чё? Да блин, пацаны, ну дайте фраги. Ай на. Ноль смертей, пацаны, слушайте. Ну, блин, неплохо. Ну, не, эту каточку ты на ноль, если сыграешь, нормально будет. Сыграю, Костя. Нет, на самом деле нет, пацаны, я просто выделываюсь. Меня по-любому убьют, еще убьют с какого-нибудь трэжер-хантера. Придется косарь голды тратить, а то и 200 косарей. Ну ладно. Для контента можно сделать все на самом деле. Вопрос лишь в его востребованности. А ребята тебя поддерживают, поэтому востребованность есть, значит. Да. Так, еще где молодые?
У тебя еще где-то тут должен быть на, по-моему, один. Да, на, вроде нет, есть. Его тут нет. А, я знаю, где он, я знаю, где он сейчас. А, его забрали. В двери. Его уже похоронили, да? Похоронен. Веля похоронил. Еще где последний? Не знаю. Слабо с ним его на нож? Вижу. Сейчас на нож посмотрю, подожди. Ты меня на слабо не бери, понял? На! Изи. Это похвально. Ну, получается, это с тебя 5000 голды. А что у него там за скин был? У кого, у него? Что у него за скин был? А, я даже не глянул, кстати. Чем ты сейчас рисковал? Я даже не глянул. Ну, слушай, на ноль. Ну, хоть раз-то убейте, пацаны, ну надо же скин-то купить, я же не просто так зашел. Ну, так вот я поэтому тебя и забайтил на нож убить кого-нибудь. Предлагаю один раунд с ножами чисто схлопнуть. А давай, была не была, вот просто как повезет, короче, погнали, ножи. Ну, давай. Пацаны, тут как раз смолка. Фиксируйте, ребята. Ой, тихо. Раз. О. Два. Просто, бедный пацан, он так долго. Ой. Ой, P90 джангл, камоночка, камон, не, минус 0, камоночка, там 15 голды. Ну шо, пацаны, переходим к закладочке бомбы и по новой начинаем тратить голдишку. Ну тут, я думаю, кстати, меньше голдишки намного потратим. Так, у нас P90 джангл, так, P90 джангл, ребятки, 0,06 голды. Какая сладкая цена, ребятки. Ладно, окей, едем дальше. Слушай, ну там мясничка нормального. Нормально, мясник, о, варфейсеры поймут, блин, я уже забыл даже про такое. Ладно, да. давай диглы просто, чисто с диглами, короче, не знаю. Просто эти его пацаны, ну, какие-то слабенькие попались, на самом деле. Это, скорее всего, подписчики, кстати, присоединились. Подписчики у меня будущие киберспортсмены, но пока что они еще слишком маленькие для киберспорта. Аминь. Ой, хорошка стояла. Ой, хорош. Какого-то ютубера вон убил. Подъехали. Ой, да не надо мне эмку вашу, пожалуйста. Не хочу, не буду. Да блин, это где? Что-то вообще спит. А где еще? А где еще? А, во, все, вижу. Тихо. А вот еще. Ой! Так, ты его как забрал? Было, ты его что, забрал, что ли, блин? Алло, да Кости, я должен был его на нож посадить. Я так целеустремленно бежал к нему. Ну это, извините, это было прям супер сасно. А где пятый? Он прячется постоянно где-то. А, это тот чел, которого я посадил на нож? Ну он просто, наверное, Трэжер Хантер, он не хочет тебя... Так, убирать. А у него Фомас Фури, Аркана, прикинь, кстати говоря. Серьезно? Да, это 300 с чем-то голды. Это уже серьезненькая заявочка, слушай. На покупочку. Не очень хотелось бы. Так, ладно. Все, диглы еще. Слушай, ну еще ты на ноль что-то пошло не так. Да, 7-1 пока. А ты на ноль, да, идешь? Ну, у тебя еще все впереди, Кость. Ты мне не пока на ноль, да. Ну, хотя осталось 2 раунда всего. Может быть и вывезешь на ноль, кстати. Так, это что за флешка киберспортивная такая? Я прям ни черта не вижу. Ой, тихо, флешка, я белый, ау, мама, спроси меня. Ой, меня прокинули, сейчас будет габелла. Ой, P90 джангл, отлично, 0.18 голды, пацаны, спасибо вам, слушай, еще один P90 джангл, братва, еще один P90 джангл, 0.06, да бери, о, извините, кто купил, да, ладно, за 0.07 куплю, отдам, все, пацаны, по всему, едем дальше, надеюсь, что больше ничего не посливаем, блин, пацаны, в закладке хотя бы скины имеют, в ММ вообще без скинов, пацаны, катают. Здорово, друг, что тут делаешь? Давай, Костел, на нож, на мужика. Сейчас. Напомню. А где они стреляют, я не понимаю. Они на минорку что-то прыгают. Сейчас я их порежу. Ой, Костя, сейчас будет больно, да? Давай! Еще! На! Живи! Еще! Сейчас еще будет. Давай! На! Живи, Кость! Живи! Хорош, мясник! Да! Мясничело! Давай, на нож! Прыгай. Надо забрать! Давай! Вантапы! Ой! Спотыкнулась я! Не, это было сильно. Ну вот, Кость, все там как-то на ноль у тебя не пошло, да, что-то? Ну, что-то не повезло немножечко. Ладно. Не повезло, не портануло. Предлагаю взять М40. Как смотришь? Давай М40 и на мухах чисто пойдем развалим, пацанов. Я взял жавик, но скинул. Какой из скинов на М40 тебе нравится больше всех? Да, монстр. Ну и бигл неплохой тоже. Бигл дешевенький, но он красивый. Так, а где, откуда стреляют? Молодые люди, пройдите, пожалуйста, мне в прицел. Убивают, хорош! А они что, на Б? Они зашли просто через дверь, как все домой. Чё повесил, Костя? Костя, я повесил, тут вообще габелла. У тебя внизу еще, давай, 360 на ускоп. Он сейчас снизу выйдет? Прыгай. Нет, его уже убили, он уже не выйдет. А, ну давай, все, и один повесил, слушай, М40, блин. Я думаю, знаешь, Саня... Максимум, когда он выйдет, это на кладбище сейчас. Саня Кумир всегда с М40 играет, я думаю, чего он кайф получается? Так-то реально по кайфу, блин, стрелять с нее. У него звуки очень прикольные. Да, звук приятный у него. Ну где вы? Ну вы где? Я же вас ищу, чтобы убить. Ой, на, точнее. Как они уже там оказались? Так, давай, ладно. Давай, слабо на узум. -2. Давай, погнали. -2 уже не получится, к сожалению. Просто один остался уже, давай.
Давай! Отлично! Как это? Я не прицеливался с ножа, извините меня. Ладно, пацаны. Фу, пацаны, ну что-то, знаете, маловато голдишки, я думаю, сегодня потратили. Слушайте, я предлагаю вот так вот взять Origin Collection. И просто давайте купим Origin Case. Ну просто, я не знаю, а вдруг выпадет Treasure Hunter 100 трек. А вдруг выпадет M9 Bayonet Dragon Glass. Ну давай, что-нибудь такое. Ой-ой, Nest говно. Ай, 600 голды, МВМ Феникс, ты серьезно? Алло, стану 2, я тут думал, блин, ну ладно, думал уже все, пацанам сейчас контент завезу. Ну ладно, вот давайте до 2000 тогда докупим Риволов 3. А вдруг вот контент, просто по фану, уже все, ребятки, карточки отыграли, давайте просто по фану пооткрываем вот тут чуть-чуть кейсов. Хамас Хал, конечно, спасибо. Третий за сегодня. А, нет, я же не купил. Ладно, второй, окей, едем, второй кейсик, давай, ножик. Ну почему не происходит со мной так, как происходит с Ероксом, ребята? Почему ему бац, и выпадают ножи? Ну хотя мне тоже 2 ножа недавно выпало. Кто следит, тот поймет, но сегодня что-то рарки. Сегодня рарки, пацаны. Ну ладно, ладно, окей, все. Давай на этом стоит завершать, ребятки. Нам сегодня не повезло. Ну ничего, повезет в следующий раз, ребятки. Ну что, пацаны, сегодня нам повезло гораздо больше, блин, Кости. Я думал, все, голды сейчас солью миллиард. Но сегодня слили вообще, ну прям вообще ничего почти не слили. И слава богу, ребятки. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Если это так, то обязательно влюбите свой царский лайк, ребятки. И подпишитесь на канал с колокольчиком обязательно. Ну и на Костеллу переходите, ссылочка в описании. Ну, микрофон, как всегда, был Rush, ребята. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем... О, микрофон упал. Пока. Пока, ребята.